Всем привет! Привет! Добрый день! Всем приветик! Как дела ваши? Я вышла немножечко с вами поболтать. Как такового перекраса не будет, но докрашиваться будем. Так, сейчас попробую музыку убавить. Я здесь, не теряйте меня. Я здесь, отошла музыку убавить. Так. Ой, спасибо. Я сегодня наспех собиралась, решила поспать подольше. И укладка оставляет желать лучшего. Не самый мой лучший вариант. Вот, поэтому как получилось, так получилось уже. Добрый вечер, Мирочка. Давайте я потихоньку начну подкрашиваться, потому что... Зачем мне подкрашиваться? У меня, блин, давно такого не случалось, но у меня вылез... пытается вылезти прыщ. Это... я не знаю, откуда эта падла взялась. Придется мне его сейчас замазывать стойким консилером. Не очень это есть хорошо. Ему бы дышать дать. Вот как раз для таких случаев подходят стойкие консилеры, которые схватываются и сидят как прибитые. Так, 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 так. Хочу пройтись по зоне под глазами. И консилер мой улетел. Понимаю, что остатки консилера, и это прям боль. И я никак не могу расстаться. В другом бы случае, если бы это был какой-то другой консилер, я бы вот такое вот добро, конечно, уже выкинула. Но он такой офигенный, и я не могу. Он закончится, и я не знаю, что делать. Надо какую-то замену искать, потому что у меня есть, ну, типа, тоже кремовые консилеры, вот такие La Mer, и они другие совсем. Они более сухие, а вот этот товарищ более кремовый. И мне нужно что-то подобное найти в таком же формате желательно. Потому что вот эти товарищи вообще ни один не такой. Ни разу. Когда вот этим шлифуешь кожу, либо зону под глазами, это вообще другая история. Это прям... я не знаю, что делать. Вот, для зоны... да, это Estée Lauder. Они уже не продаются, к сожалению. Мне консультант, мне знакомая девочка в Estée Lauder, в охотном ряду. Я у нее пришла спросить, я говорю, есть такие? Она говорит, нет. И оторвала потом от сердца, говорит, на, еще и в самом ходовом оттенке. Да, серьезно? Не знаю, не пробовала. Надо попробовать зайти к ним.
Ле Депо. Посмотреть. Крем для век хороший, не посоветую, потому что у меня просто нет такого. У меня просто нет крема для век, для моих. Под ними все прекрасно. Вот, поэтому я ничего не использую. Все, что я использовала, мне, в общем-то, ни холодно, ни жарко от них было. Вот, поэтому я поняла, что зачем мне тратить лишнее. Нет, не сушит. Вот, поэтому я подумала, что зачем мне лишний слой и зачем тратить лишние там 3-4 тысячи рублей на специальный крем для зоны вокруг глаз, когда можно носить вот тоже, что... Здрасте, здрасте. Когда можно наносить то же самое, что мы наносим на лицо. Ну, то есть все, что я наношу на все лицо, я наношу и на зону под глазами. Вот, поэтому... Поэтому решила, что не буду тратиться и не вижу смысла. А еще я вся шелушусь. Я отшелушиваюсь, ретинолюсь. Так у меня идет день за днем. И в какой-то момент кожа такая: ой, все, я пошла. И она такая становится сухая, шелушащаяся, как вот здесь сейчас на лбу. Хотя на лоб я меньше всего там наношу. Вот. И в такие дни просто надо ей дать время, чтобы, ну, прям парочку дней, чтобы она восстановилась, отшелушилась, в конце концов, сделала все, что она хочет, оставить ее в покое, поделать какие-нибудь питательные увлажняющие маски, попитать тонерами, кремами, отстать от нее, в общем, максимально. Вот, и все, и она придет в себя. Здрасте, здрасте. Рассказать про консилеры YSL Tachikla, как он вам? Какие ходовые оттенки? Вы визажист, видимо, раз спрашиваете про ходовые оттенки, вряд ли человек для себя будет спрашивать ходовые оттенки. У меня вот только вот такой вот Tachikla, который более типа плотный, более кроющий. Но да, он плотный, кроющий, вот у меня он в оттенке номер 2. Двоечка тут вряд ли будет видно. Вот это средний вариант. Вот я средняя по желтизне, средняя по тону кожи. Вот у меня двойка. Он с желтинкой. Можно взять 1.5, он, например, будет с розовинкой. Но вот вы лучше придите в магазин, где они продаются, и сами можете потестить, да, и посмотреть. Во-первых, вы сами определите, для чего он вам нужен. Для зоны под глазами, либо какие-то там прыщики маскировать, либо еще что-то. И уже от этого подбирать консилер. Если вам для зоны под глазами, возьмите с розовинкой, потому что там есть такие персиково-розовые оттенки. Если вам просто для всего лица, возьмите под тон кожи. Вот если у вас желтый подтон, берите с желтинкой. Если вы белокожая, и у вас ни желтого, ни розового оттенка в коже нет, берите нейтральный. Ну, вот это уже консультанты там спросите, какие. Либо вот нанесите на руку хотя бы вот такие полоски, либо еще лучше на кожу, вот здесь вот. Прям такие вот берете, там мазки ставите, там первый, второй, третий и так далее. И выбираете среди них самый нейтральный, который сливается с вашей кожей. Желательно на чистую кожу все это делать. Какие бюджетные находки у вас есть? Тушь, например, Maybelline я люблю, Lash Sensational, потом что еще из бюджета? Kiehl's бальзам, ну, я не знаю, бюджет, не бюджет. Вот, ну, есть всякое мне бюджетное. Всякое. Правда, не вижу ничего бюджетного. Жду крем Strati. Ты его под мейк используешь? Уже дождаться не могу. Strati я под мейк не использую. Я использую его только на ночь после кислот, когда я свою кожу раздраконила, накислотила, и ей нужно, необходимо после кислот такое прям активное восстановление. Вот. И после кислот я как раз наношу этот Liquid Gold, чтобы за ночь своей коже помочь и напитать ее всякими полезностями. Про корректор YSL он похож на Sensai? Я бы не сказала. Вот Sensai мне в этом плане нравится больше.
он, смотря опять-таки для кого, для чего, но, как показывает моя практика, я беру одинаково, использую и этот консилер, но, сорян, не бюджет, да? А когда я беру вот этот и этот консилер, сначала наношу этот, я понимаю, что он не делает той работы, которую делает, допустим, вот этот корректор. И, в общем-то, останавливаюсь всегда на сенсай. Сенсай мне нравится больше. Вот, потому что он какой-то и суховатый, и в нем сияние есть, и он достаточно такой, знаете, пограничный, скажем так, он не такой, как, допустим, что это у нас, Estee Lauder, да, он не такой жидкий, он не такой плотный, вот он ни туда, ни сюда, и он хорошо скрывает, и он хорошо нейтрализует, то есть вот все в нем прекрасно. Вот, поэтому для меня лучше, конечно, Sensai. А еще лучше вот этот, но его нет. Вот. Что-то я разболталась сегодня. Не, вы спрашивайте, я прям вообще за. Вот, я прям даже сама думаю, что у меня троечка Sensai, вот у меня единичка и тройка, очень хорошо идет, прям вот от синяков. Вот розовый, персиковый как раз, если вам синяки маскировать под глазами, Sensai номер один возьмите, и это будет прям вообще вот ваше все. HC01 Luminous Rose, он так называется, ну, либо единичка просто. Тройка для тех, у кого особых синяков нет, просто нужно освежить зону под глазами, типа вот такой тон, как у меня, с желтинкой. Вот вам тройку надо взять. Юленька, привет. Блин, что-то у меня сегодня какая-то сопливость повышенная. Дайте я расчешу свои брови нечесанные. Брови не корректировала с ноября, по-моему. Как я отношусь к консилерам Smashbox? Никак не отношусь, у меня их нет, я их не пробовал, поэтому и относиться к ним как-то... Как к ним можно относиться, я не знаю. Я не знаю, как к ним можно относиться? Никак. Я отношусь к ним никак. Надо мне бровь подкрасить. Собиралась сегодня наспех. У меня было 5 минут на сборы, и я прям, я думаю, сделать себе такое видео, что ли. Челлендж. Сборы за 5 минут, реально. Подскажите тональный крем. Мой тональный крем? Или чей тональный крем подсказать? Я сейчас вернулась. Я сейчас опять ушла от Шанель. И снова начала изменять ему с кушоном Медипил. Которые с пептидами. Нормально меня кидает вообще из стороны в сторону. Но кушон сейчас заходит просто на ура. А в консилеры в шайбе от NARS? Нет, не пробовала. Я попробовала их обычные вот эти такие вот как это, в тюбике, короче. Где он у меня? Ну, типа вот такой вот. Ну, ни о чем. Обычный консилер стоит как крыло самолета. Так приезжай. У кого обучались? У кого только не обучалась? Я как-то ходила прям по обучениям по-разному. Изначально моя школа была у Натальи Донец. Не знаю, кто-нибудь знает такую женщину, не знаю, девушку. Вот я изначально у нее обучалась, но, если честно, это такие базовые начальные знания были, которые я, в общем-то, вообще никак на себе не применила, ни на себе, ни на работе. А все остальные навыки, это уже другие были мастера, и самообразование было. Здравствуйте. Что нравится больше, Паула или Бравура? Как качество, как часто используете? Использую одинаково часто через день, что Паулу, что Бравуру. По качеству, мне кажется, они одинаковые. Только Бравура воняет каким-то растворителем. Ее 30 мл.
цена около 2000. Polo Choice — это такой тюбик, баночка 113 мл, он ничем не пахнет, и его не надо смывать. Поэтому, конечно же, Polo Choice, очевидно, выгоднее в этом плане. Вот, у меня стоит и Polo в запаснике, и Bravura я сейчас уже добиваю, хочу добить. Активненько прям так использую. Вот. Сейчас у меня закончится карандаш Шанель, пойду за карандашом Бобби Браун. Представляете, я за январь еще не купила ни одной косметической новинки. Вообще ничего не купила. Тональный крем La Mer я не пробовала и не хочу. Подскажи, пожалуйста, это тонер от Aquel 5.5. Ой, пробовала, он у меня стоит. Я надо, кстати, посмотреть срок годности. Пробовала. Стоит он у меня как-то в моей коробке с запасниками разными. И что-то я не помню, почему я его отставила. То ли я что-то новое купила, то ли что, я не помню. Но стоит у меня такой. Открытый причем. Приезжай. Буду рада познакомиться в жизни. За кем из визажистов следите? За Настей Воеводиной слежу, за Сердаром Камбаровым слежу, за Яной Панфиловской слежу, за Романовой слежу. Потом. За девчонками из Нижнего Новгорода слежу, но они не такие известные, как вам покажется. Поэтому, наверное, все. Ой, я рада буду сделать те красивые брови. Чьи работы нравятся? Нравятся Сердара Камбарова. Некоторые работы Панфиловской нравятся. Некоторые только. Они такие не совсем для жизни, но вот некоторые прям огонь-огонь. Настя Воеводина, прям гуру цвета. Вот если про цветные макияж, то это к Насте Воеводиной. Дружу, вот с Настей дружу, собственно. Какие кисти лучше для нанесения растушевки теней Tom Ford? Ой, тени Tom Ford, на самом деле, это отдельная планета, и с ними надо уметь работать, на самом деле. Они не такие простые, как кажется. Там нужно смотреть, на самом деле, какие-то тени лучше наносить. Лучше носить кистями белкой именно. И вот такие, допустим, все матовые оттенки, сатиновые оттенки, которые у вас могут сыпаться при нанесении козой. Если взять, допустим, кисть из белки, ну вот у меня в частности это Евгений Косметикс, да, ну либо вообще любая кисть из белки, они перестают сыпаться, они отдаются на кожу так, как должны отдаваться, они дают пигментацию и все. Как только вы берете точно такую же кисть по форме из козы, все ваши тени, которые вы набираете с палетки, они начинают осыпаться и мигрировать просто под глаза, и вы не понимаете, что происходит. Вот, поэтому нужно смотреть на палетку, какая она там матовая, сатиновая и так далее, и пробовать разными кистями. Поэтому здесь однозначно так сказать нельзя. Просто я однажды, не знаю зачем, взяла кисть из белки при нанесении каких-то, не помню даже, какая у меня палетка была, теней от Tom Ford, и попробовала нанести белкой, и я офигела, думаю, как так? Ну, я все наношу козой, а тут взяла просто случайно белку, и я офигела от результата, честно, поэтому здесь такие тени спорные. Насколько хватило карандаша от Шанель? Мне кажется, на пару месяцев, мне там осталось прям чуть-чуть, ну вот где-то так. Привет-привет, Юля. Вам не нравится качество теней Шарлотты? Почему больше не интересует марка? Я просто в ней все попробовала. Вот все, что можно было, я в ней все испробовала. Кроме последних новинок. Вот то, что выходило. И они по сравнению... Ну, что-то я использую, что-то не очень. Но в основной массе они просто у меня лежат. Они не такие по качеству, по пигментации. Они очень блестящие, когда мне не хочется столько блеска, они прям блестят так вот пошловато. Вот, поэтому это самый последний, мне кажется, тень, который я использую.
Тонер. Но, слушайте, чтобы оценить пудинг, как говорится, его надо попробовать. Поэтому я ничего не могу сказать. Понравится он тебе, не понравится. Зайдет, не зайдет, я, честно, не знаю. Надо пробовать. Как показывает практика, вот только личное использование даст полную картину, как говорится. Подходит это, нравится или не нравится. У меня тонеров, я не знаю, штук 5-7, наверное, дома стоит разных. Открытых, закрытых в очереди, которые я еще буду только пробовать. Поэтому все пробую на себе и могу только спустя там 2-3 недели сделать какой-то вывод, нравится он мне или не нравится. Какие процедуры делаете у косметолога? Никакие. Хочется, чтобы интенсивнее цвет появлялся. Ну, вот надо наслаивать, наслаивать, наслаивать. С кистями из козы нормально работать? С тенями Chanel Blue Remove. А кистями из козы... Да, нормально. Вот Chanel с козой очень хорошо работать. Они прям... Они сами по себе тени пигментированные. И коза их нормально и набирает, и отдает. Прям вот... Перфетто. Вау-вау-вау, не успеваю читать. Какой уход планируется на весну-лето? Может, есть желание попробовать что-то новое? Пока нет, пока в планах разгрузить мой ящик Пандоры, в котором скопилось очень много разной уходовой косметики. Нужно добивать то, что уже открыто, и очень много уже ухода стоит в очереди, в ожидании, на которое вы уже спрашиваете отзывы, а я все еще никак не могу начать. Поэтому... Пока даже не смотрю ничего, не изучаю специально, чтобы случайно этим не загореться, не заинтересоваться и не купить. Вот, поэтому из ухода, честно, пока ничего не смотрю. А стандартный тонер от Клэйрс в прозрачной баночке, как тебе? Он вообще самый базовый. Вот он у меня был, закончился. Я прям наслаждалась. Он такой, знаешь, абсолютно нейтральный. На все случаи жизни он может служить и как прослойка между этапами ухода, и что-то закрывать, и дополнительно увлажнять. И если пэда намочить, положить на лицо, он будет как увлажняющая маска. Он такой вот максимально нейтральный, в прозрачной бутылке, который без масел идет. Вот я его пробовала. Здравствуйте. Название карандаша для бровей от Chanel. 806 номер, блонд, самый светлый. Ну, такая подпольный амбассадор марки Sony. Мне, конечно, это очень приятно, что вы меня так называете. Но да, такой подпольный амбассадор марки Sony. Хочу вам похвалиться. Сегодня буквально пришла посылочка от Sony. Пришла мне замена кисти, которую мне присылал магазин Beautylish. Прислали кисть, я даже вам про нее не говорила. Они мне прислали на замену той, которую я покупала в наборе, которая у меня вот так вот лезла. Помните, у меня было видео на канале YouTube. Прислала магазин на замену кисть, а она еще хуже просто была. И Соня вот сегодня мне прислала... Ну, сегодня я получила посылку, видите, в черной абсолютно ручке, потому что это не для продажи кисть. И здесь вот заводская надпись... Заводская надпись Master Face Sonia G. То есть это прототип кисти, это не продажная версия, но с нее не лезет ни один волосок, и я очень рада этому. Еще подарок маленький, это кисть Коюдо. Или Каюда, я не знаю, кто как это называет. Это такая милота, просто невозможная, смотрите. Солнышко. Кисть для румян, для пудры. Такой цветочек миленький. Каюда Collection. Соня мне такой подарочек подарила. Вообще милота. А тут еще в таком конвертике личное письмо. Соня же. Я думаю, что мы с ней однажды, точнее даже, я думаю, что скоро встретимся.
Сейчас на ночь каким кремом пользуешься и как тебе рисовый тонер? Летом тяжеловат, наверное, будет. Смотря какая у тебя кожа. Сейчас я уберу свои хвастливые подарки. Сейчас каким кремом пользуюсь? У меня либо Цикапейр от Dr. Jart, керамидин тонер, либо Liquid Gold от Strati. Вот такой. Рисовый тонер хорош. Вот я его использую как раз сейчас. У меня один открыт стоит. На лето действительно он будет тяжеловат. Он такой особенно, ну, он жирноват на финише, поэтому летом, конечно, его будет прям очень много. Вот, а на сейчас он отлично. Спасибо. Спасибо. Я, девчонки, тоже очень-очень рада. Это прям невозможно. Невозможно приятно. Такие подарки дорогого стоят, скажем так. Ну, я надеюсь, когда-нибудь, конечно, я стану неподпольным амбассадором кистей Sony G. Так. Сила называется я краситься. А вам спасибо за вопросы. Я всегда рада поболтать. Вы же любите, когда я по эфиру выхожу. У меня горло только садится, голос, точнее. Нарумянилась как следует, поэтому румян достаточно. Хотела кисть испытать, но мне уже достаточно того, что я увидела, что она не сыпется. Ворс из нее не лезет. Забыла брови причесать гелем. От Sony кисти для Tom Ford. Чуть не уронила. Смотря что. Вот у нее из белки есть одна единственная Crease One. Вот такая вот кисть. Но она достаточно упругая. Ей можно прорабатывать нижнее веко и складку делать. Вот она для этой цели будет идеально. Но, к сожалению, у нее нет вот таких вот обычных кистей, которые для нанесения и тушевки теней. Тут, если бы была такая базовая кисть, было бы круто. Вот, потому что некоторые тени, которые хочется просто вот нанести на все веко, ну вот этой кистью, в принципе, можно, но не знаю. Вот. Ну, то есть вот такая вот обычная лопатка, если бы была у нее из белки, было бы клево, мне кажется. Вот, надо попробовать вот этой козой понаносить. Для глаз, да, вот я для глаз как раз и говорю. Понятно, что не для лица. Для лица у нее все из козы. Что-то мне не хочется сегодня какого-то такого яркого макияжа глаз. У меня сегодня такой прям практически домашний вид, поэтому какой-то яркий макияж под мой образ будет не очень. Говорят же, что должно прийти время, чтобы все лишние волоски вылезли. Так как вручную. Все верно, но я избалованный человек кистями, и у меня очень много японских кистей, и я знаю просто, вот, допустим, вот эти кисти, которые ко мне приходили раньше, и вопрос с той кистью, которая очень сильно лезла. Это такая колоссальная просто разница была, что, ну, там время не поможет, там это брак, и так быть не должно, потому что вот эти вот кисти, которые из серии Pro, допустим, да, либо из базовой серии, у них такой проблемы нет. Там, если и вылез, может быть, один волосок,
за все время, которыми я пользуюсь, да, уже очень много раз я их мыла, там вылезло очень мало волосков. А именно с Master Face кисти, там сразу, во-первых, они начали лезть в большом количестве, и это было очень странно, так быть не должно. И после того, как мне магазин ее поменял, там просто так, ну, трэш было. То есть прислали кисть намного хуже, чем моя кисть, которую вылезала, которую я купила за свои деньги. То есть подменную мне прислали кисть, она по качеству еще хуже оказалась. То есть там даже феррул отвалился, я не знаю, может быть, конечно, не так и транспортировали плохо. То есть у нее вот эта ручка вот в этом месте, она прокручивалась. Поэтому я ее даже не использовала, я ее не мыла. Ничего с ней не делала, Соня написала об этом, что получила замену, все прислали, все ок, спасибо, бесплатно, естественно, но я ее использовать не могу, потому что это жесть. Я ей присылала видео, она говорит, это ужас какой-то, и сегодня я буквально эти две кисти свои отправила почтой, чтобы она показала производству, вот, воочию, что так быть не должно. Ох. И взамен вот получила вот этот прототип кисти. И, конечно, это совершенно другое качество. Вот как выглядит вот ворс у этой кисти, это вот как раз как вот должно быть, а не то, что я получала. Это проблема с производством, они что-то там начали очень сильно косячить, и она сейчас с этим разбирается, чтобы больше такого не случалось у покупателей. Вот. Мой любимый кушон сейчас это Меди Пил, вот я сейчас к нему вернулась, он у меня как раз сегодня на лице, я уже, не знаю, там вторую неделю его наношу, им балуюсь, очень классный, как раз на такую погоду, влажную, морозную, не всегда комфортную на лице ощущающуюся, и вот этот кушон Меди Пил в 23-м оттенке, вот. Я его ношу целый день, он никуда не слезает, он идеально все выглаживает. Вот вы видите, как он сияет у меня на лице. Он не требует поправления, он маскирует вот все, что надо под глазами, все одним спонжиком, и вообще это 5 секунд времени, прям топ-топ-топ. Румяна, брови, тушь на ресницах и пошла, и все классно. Ой. Надеюсь, я не заболею. А что-то у меня какое-то течение из носа случилось сегодня. Странное. Вот. Аж все красное. Не могу. Как растили брови? Маслами я их не мазала. Я просто с ними делаю ничего. Я их не щипаю, у меня даже переносица заросла. Вам, конечно, это не видно, но вот если в зеркале присмотреться, у меня вот так вот уже все срослось. Вот, я ничего не делаю, не щипаю, у меня даже вот здесь, видите, все вот, все в зарослях. Вот, я просто прокрашиваю карандашиком вот эту вот свою форму, направление, чтобы они были такими, и гелем их укладываю. Все. Если хотите постимулировать, возьмите масла какие-нибудь, там касторовое, самое простое, но не на всех оно работает. А кокосовое свежее, если из Таиланда есть. Потом, что еще можно? Масло усьмы можно взять, попробовать. Главное, чтобы свежие были масла. И не в составе других масел, а мономасло. А что еще? Можно попробовать сыворотку Rapid Brow, про которую я всем уже уши прожужжала. Собственно, вот мои ресницы и однажды брови я тоже ей пробовала отращивать. Все отрастает. Поищите эту сыворотку на Amazon. Растет на ней все классно. Главное, берите подделку. С белым цветом волос вам супер было. Спасибо! Только они все отвалились, и вот результат. Как этот кушон ведет себя с шелушениями? Отлично он ведет себя с шелушениями, потому что там вы не растираете кожу, поднимая все шелушения, а наоборот прихлопываете. И так как он тонкий, он не создаст вам плотного слоя, он прибьет как раз все шелушки, выглаживая кожу и создавая вот этот эффект блюра на лице, вот сглаживая все поры, все шелушки прибьет и вообще будет идеально сидеть на лице.
Я мажу для роста ресниц и бровей от Шисейды, наверное. Вроде есть эффект масла мусьмы, мазал не помогает. Надо им мазать очень-очень-очень долго. Вот все, что касается масел, это прям вот каждый день, на ночь или утром, если вы дома. Мажете и забываете вообще про брови. Не смотрите, не считайте, сколько там их выросло. И не забывайте прокрашивать краской, чтобы смотреть на рост волосков, потому что у вас может отрастать очень много вот этого невидимого меха, который будет виден исключительно только после окрашивания. Сходите или купите краску для бровей, покрасьте дома, либо, не знаю, там, сходите в броу-бар какой-нибудь, где вам просто прокрасят, без коррекции бровей, и вы увидите, что у вас отрастает. Хотя бы там раз в полтора месяца окрашивайте, и вы будете видеть ваш прогресс. А сыворотка Rapid Glow... Не знаю, такой Rapid Glow, что такое? То же самое на Look Fantastic. Rapid Brow, либо Rapid Lash. Вот это одно и то же, просто с разными кисточками. Какие максимально длинные волосы у вас были? Вот так вот где-то. Чуть ниже плеч. Ну, по лопатке, короче. Хной. Ой, с хной вы не отрастите брови, к сожалению. Хна вам вообще не помощник в отращивании. Хна еще вам будет подсушивать их, они будут отваливаться, поэтому с хны лучше вообще уходить. Откуда вы знаете про такие подарки? Я же нигде не говорила. Я сказала, что это подарок был. Вы меня сейчас смущаете. Да, мне очень приятно, я на самом деле очень смущена. Спасибо. Ну да, вы очень наблюдательный. Какой марки свитер? Марка свитера наши делают. Есть такой аккаунт в Instagram, можете посмотреть. Называется You Wanna. You Wanna. Будешь ли что-нибудь покупать из новинок Tom Ford? Я дождусь клатчей, когда выйдут клатчи, вот эти белые футляры. А парочка мне там понравилась, поэтому я пока жду. Ну, либо в апреле я буду в Милане, может быть, они к тому времени уже выйдут, и я в Риночента отоварюсь. Соня молодец, да. Соня сейчас в Японии, разбирается как раз с фабрикой, с горе-фабрикой, которая косячит. Вот. Поэтому будем ждать обновленных кистей. И я буду верить, что у нее все получится. Она крутая. Вот. Что вам еще рассказать? Показать. Я решила не краситься. А,
могу. Почему у меня облезает нос, я сегодня поняла, что я его очень много тереблю. Что-то я хотела поснимать. Планирую снять, знаете что? Хотела как-то снять видео про фавориты в косметике, и думаю, как же все объединить. И сейчас думаю, что объединять я ничего не буду, а сниму для вас разные видео с рабочего кейса, сниму фавориты косметики и из домашней косметики отдельное видео сниму. А какая у меня любимая тушь? Сейчас, по-моему, я уже все выкинула, да. К сожалению, свою любимую тушь я уже выкинула, потому что она закончилась. Это Maybelline Lash Sensational. Автозагаром нет, конечно, не пользуюсь. Вы что? Какой автозагар, если я пользуюсь кислотами? Мне этот автозагар просто на один раз. Утренний уход. Умываюсь. Либо щеточкой Foreo Luna плюс гель пенка для умывания, либо пилинг скатка, либо энзимная пудра. И потом я на чистую сухую кожу наношу витамин С. Плюс у меня потом сыворотка Tizen 3 с идобиноном. Они с витамином С друг друга поддерживают и усиленно работают. Потом у меня крем с водой камелия от Chanel. И, собственно, все. Такой вот мой утренний уход. Я сделала прививку от гриппа 2 года назад, и год после прививки даже насморк не был. Да у меня нет насморка, у меня что-то, я не знаю, такое. Я не простывшая, ничего, но вот сегодня что-то не туда пошло. Нет, я только косметолога ничего не делала. Нет, я не заболела, что-то какое-то, не знаю, то ли аллергия, то ли что-то мой организм доканывает. Но нет, у меня не простуда, я не болею. Я настолько закидываюсь витаминами, антиоксидантами и разными полезностями, что у меня очень хороший иммунитет. Нравится что-нибудь от Janssen? Я как-то, знаете, использовала их ампулы с гиалуронкой, потом что-то еще такое для лифтинга, и... Я не поняла, честно. Потом перешла на корейскую косметику, и Janssen, ну, такое. Да, может, аллергический насморк. Ой, какие я сейчас витамины пью? У меня их очень много, на самом деле. Я сейчас... Просто у меня там целые схемы этих витаминов. Мое утро начинается с йода. Вообще, мое утро начинается со стакана подсоленной воды, потом у меня идет йод, потом у меня идет завтрак, а с завтраком я ем омега-3, витамин D3 плюс К2, потом у меня на второй прием пищи, собственно, последний, идет цинк, идет магний, идет... Детокс для печени, идет биоферменты для переваривания, идут биосил для роста волос и укрепления костей, кожи, волос и так далее. Селен, в общем, и для суставов еще хондроитин с глюкозамином. Все это вот в разные... прием пищи разнесено, то есть у меня прям очень-очень много. Я слышала от врача, что в России надо пить D3, омегу-3. Да, конечно, я так и пью. Вот я как раз с лета начала усиленно употреблять витамин D3 плюс К2, и у меня энергии просто, я не знаю, как после Азверина, я утром встаю, и мне прям, я не знаю, хочется горы сворачивать, потому что энергия из меня просто, я не знаю, я никогда такой бодрой не была.
Да, подсоленная вода, чтобы, ну, когда у меня, во-первых, интервальное голодание сейчас 6-18, вот такое вот. И когда ты 18 часов, там, 12 часов проспал и просыпаешься с утра, у тебя обезвоживание организма, ты сходил в туалет и вымыл все свои соли, и надо это как-то восполнить. Поэтому, да, подсоленная вода с утра — это начало дня. И потом уже идет загрузка через час, завтрак, и с завтраком идут соответствующие этому приему пищи витамины, биодобавки. Я сама все изучаю, я ни с какими врачами не консультируюсь, потому что врачи мне такое никто не пропишет. Есть витамины Бион, там в одной таблетке все есть. Нет, я не хочу, где все есть. Я сама принимаю дозировки такие, какие мне нужны для моего организма. Как по ощущениям работают добавки и витамины? Говорят, не усваиваются витамины. Как это можно проверить? Сходите, сдайте анализы. Сдавайте анализы и смотрите по своим анализам. Вот что я могу сказать. Потому что врач вас тоже должен отправлять на анализы, вы должны сдавать показатели все эти правильно и смотреть все просто. Я не хочу делать, если честно, пост такой про эти витамины. Сходите к Лене. Есть аккаунт Лена Корнилова, Елена Корнилова. Сходите к ней, там очень много информации, то, что вы можете для себя почерпнуть. Ой, давайте, вот я очень не хотела на самом деле поднимать эту тему про БАДы, про витамины, потому что сейчас начнется у одного одно мнение, у другого другое. Я не буду вам что-то доказывать, что-то оспаривать, доказывать свою правоту, поэтому я не хочу про это сейчас даже разговаривать. Вот, я согласна с Салаватом. Врач может только аскорбинку прописать и все. Вот, у меня ощущение, вы видите, я бодрая, веселая, я поела в 2 часа дня, и в следующий раз я поем только завтра в 8 утра, и я просто изменяю игру энергии. Я не знаю, просто я... И у меня и спорт сейчас добавился, я дома заниматься стала, и энергии у меня, ну, более чем. Поэтому мне нравится. В выходные, когда я дома, у меня вообще 20 на 4. То есть 4 часа я ем, у меня двухразовое питание. И 20 часов у меня идет голодание. И я есть не хочу. Я уже привыкла, я про это я говорю, я не хочу про это говорить, чтобы меня не осуждали, не закидывали камнями, не раздавали непрошенные советы, оценивали меня как-то. Я не хочу про это говорить. Поэтому вот я вам сейчас сказала, и можете просто про это забыть. Это мой выбор, я сама осознанно это сделала, я в разуме, в сознании, я все изучаю, я себе не враг, я себя очень хорошо чувствую, если мне что-то будет не нравиться, что-то будет не подходить, я буду страдать, поверьте, я изменю это. Поэтому, ну, я себя не убиваю. По 20 дней, о, это она прям очень продвинутая. Точно про 20 дней? Не 20 часов. Про болезни, ну да. Просто организм сначала очищается и начинает работать, как он должен работать. Поэтому я ее понимаю. Это все сугубо индивидуально, это не всем надо, и поэтому не заморачивайтесь. Это, я говорю, я для себя просто так решила, я решила попробовать и посмотреть, подходит мне это или нет. Ну, слушай, вообще молодцы. Это, конечно, круто. Вот, ну что, девчонки, мы с вами очень продуктивно поболтали. Мне очень нравятся с вами такие беседы. Очень активно все, бодро, задорно.
Но я пошла работать. Сейчас у меня начнется вечерняя смена. Сейчас ко мне уже через полчаса придут клиенты. Будем делать красивые брови, болтать. Пишите последние вопросики, если они есть, отвечу, и будем с вами прощаться. И напишите, про что вам написать, какие посты вы еще хотите, какие темы вам осветить, что вы хотите узнать, что, может быть, вы хотите на обзор, я не знаю. Ну, я поняла, что карандаш для бровей Bobbi Brown, тушь Clarins, надо испытать, это надо купить просто сейчас. Это да, это, я про это помню. Какой бальзам для губ на зиму? У меня что на зиму, что на лето. Бальзам для губ Kiehl's. Один-единственный. С манго. Миллион тысяч раз его показывала. Офигенный. Вот уже подходит к концу. Дом уже новый такой открыла. И вот он, собственно, на губах. Поэтому я когда спрашиваю, что у меня на губах блестит, это блестит он. Этот бальзам. Он шикарно просто восстанавливает губы. Намажьте его пожирнее вот в такую погоду, как сейчас, и ваши губы скажут вам спасибо. Огонь, согласись. Вообще бальзам просто супер. Ну что, все? Если вопросы кончились, я пошла. Воды я сейчас пью очень много, на самом деле. Я пью кофе, я кофеман, но пью где-то 2-3 чашки кофе, пока не могу перейти на одну. И после каждой чашки кофе я выпиваю очень много воды. И кроме этого, то есть вот с 2, в общем-то, дня до 8 следующего дня утра мне приходится все равно что-то пить, и я обязательно пью много воды, потому что не есть и не пить нельзя. Поэтому, если я не ем, я пью. А пью я очень много. Я пью зеленые чаи, но зеленые не из ферментированного зеленого чая, а из травы, которая была высушена на солнце. Вот, поэтому вот такие вот травяные чаи, просто воду с лимоном, с имбирем я делаю, чтобы вкусненько было, чтобы это было как-то весело. Либо просто стакан воды подхожу, выпиваю, дальше иду, и мне нормально. Ну, где-то, я не знаю, там литра 3 так точно, мне кажется, я выпиваю. Ну вот. Ну что, все, разбегаемся. А через какое время исчезло чувство голода? Кофеварка моя сказала «Чао», я пошла. Чувство голода, я к нему привыкала, и оно ушло от меня где-то дня через 4, наверное. Примерно так. Обязательно попробую, он очень классный, на самом деле. Бюджетный, там в районе что-то 700-800 рублей, что-то такая у него цена примерно. Но он очень классный, на самом деле. Даже ничего другого пробовать не хочу, ни Bobbi Brown, ни La Mer, ничего другого. Этот очень удобный. Выдавил, нанес и закрыл. И вот не надо лазить туда пальцами. Это мне очень нравится. Сохранять этот эфир? Будете пересматривать? Да, конечно, это очень помогает мне лучше себя чувствовать. Я, во-первых, высыпаюсь. Я себя не чувствую уставшей после еды. Очень много энергии сейчас появилось, и прям хочется что-то делать, что-то придумывать, что-то, не знаю, там, сверх того, что я делаю каждый день и так, хочется чего-то большего. Ну, в обычном состоянии этого вообще не хотелось.
И чтобы похудеть, и чтобы нормализовать какие-то свои болячки, чтобы они ушли. В общем, для всего. Для будущего, когда все-таки мы все стареем, да, и когда нам будет 50, мы такие, ой, блин, а у меня тут и сахарный диабет, и печень уже отказывает, и ожирение там, и еще там что-то. Вот чтобы этого минимизировать, скажем так, вот эти вот болезни, которые все равно, ну, они приходят. Чтобы этого не было, вот я хочу сейчас наладить этот свой процесс в организме, снизить инсулин, чтобы не было инсулинорезистентности, чтобы мой организм не реагировал на каждый прием пищи выбросом этого инсулина, чтобы не росло пузико. То есть я вроде не толстая, но пузико вот это вот бесит просто, бесячее пузико, оно есть. Мне это вообще не нравится. А как говорит доктор Берг, если вы видите человека с пузиком, у него инсулинорезистентность, у него высокий инсулин. Вот, поэтому, чтобы этого не было, приведите свое питание в порядок. Для тех, кому очень-очень интересно, перейдите на Ютубе на канал доктора Берга. Там 2500 видео про интервальное голодание, про кето-диету. Он короткими роликами, 5-7 минут, максимум 10, рассказывает все и по делу. Он вам все схемы расскажет так, что вы просто, ну, поймете суть того, о чем я сейчас вам рассказывала. Вот. Все, ладно, девчонки, тогда вид спорта он никак не называется. Я делала основные упражнения на большие группы мышц. Это спина, грудь, ноги, собственно, попа. Ноги — это самая большая мышца. Вот, поэтому и на мелкие группы мышц добавляю. Я работаю с эспандерами и с собственным весом тела. И этого более чем достаточно. Вот у меня вчера была тренировка, но болит просто все тело адски. Так что не обязательно покупать абонемент в спортзал. А пост про мой кушон уже был. Я сейчас его реанимирую и в сторис выложу про этот кушон. Я писала уже. Ну что, все тогда, девчонки, прощаемся. Спасибо, что были со мной в эфире. Очень интересно было поболтать. До новых встреч в новых эфирах. Приходите еще. Эфирчик для вас сохраню. Если сохранится в медиатеку, я вам выложу его на своем канале YouTube и будете пересматривать сколько угодно раз. Все, у нас как раз заканчивается эфир. Все, всех целую. Чао!